Фотовыставка посвящена появлению на Брянщине новой особо охраняемой природной территории федерального значения – Национального парка Приднестянский. Его создание – задача общегосударственная. Весь мир стоит на грани экологической катастрофы. От того, как скоро мы начнем сохранять природные массивы в каждом регионе, зависит будущее всей планеты. Лес, который произрастает, он выполняет очень хорошую водорегулирующую роль. В принципе, вот сейчас, что мы видим, наводнения вот эти вот все. И раньше на Лене было, а сейчас вот в Вологде, в Великом Устюге. Это связано с тем, что действительно сплошные вырубки вдоль поймы рек провели. И снег теперь тает не постепенно, как раньше в лесу, а резко, одномоментно. И, соответственно, при том, что стоит в верховьях лед, происходит затопление. Созданию национального парка много лет препятствуют жители территорий, входящих в особо ценную природную зону. Просвещением населения занялись активисты Общероссийского народного фронта. И фотовыставка – один из способов показать важность этого федерального проекта. Нами разработан проект режима посещения национального парка. Он сейчас находится в Министерстве природных ресурсов. Мы ждем его утверждения. Режим посещения национального парка выбран наиболее мягкий такой. То есть, чтобы мы не хотим, чтобы какие-либо ограничения накладывались на жизнь местного населения, на территории которого будет национальный парк. Это Суземский район, Навлинский район, Трубчевский район. Там из предполагаемой территории парка только 3% это будет зона, которой будет режим, значит, ограничен для населения. А все остальное, никаких там денег за посещение. Собирать грибы и ягоды, пожалуйста, собирайте. С открытием парка у местных жителей появится возможность заработать, не выпиливая лес, а созидая его красоту. Местное население опасается, что их не будет пускать, что их какие-то препятствия будут. И за основу берут организацию заповедник «Брянский лес». Они путают вот это, что заповедник, где запрещено любое вмешательство человека, и национальный парк, развитие которого, наоборот, для человека. И, соответственно, местное население вот, может туристам продавать свою продукцию, те же самые яблоки, те же самые мед, которые они будут выращивать на трубчевской земле. Сегодня в России 49 национальных парков. Цель национального парка Приднестянский – защитить от вырубок Брянский лес, который сохраняет полноводность реки Десны и имеет важное экологическое значение для всей юго-западной и центральной России. Сегодня, да, какие-то проблемы действительно там существуют, и мы все возможное сделаем для того, чтобы объяснять людям правила посещения национального парка. Но что мы оставим после себя? Мы оставим вот эти пни, которые я, по-моему, на той вот фотографии видел. Или мы оставим цветущий лес и гимн Брянской области «Шумел сурово Брянский лес» через 100 лет будет восприниматься правильно, а не как какая-то определенная диковинка. Проблемы и красоту Брянского леса постарались передать фотографы, которые много лет посвятили работе на территории заповедника. Вслед за Брянском полюбоваться фотографиями самых живописных уголков нашей области смогут жители Навли, Суземки и Трубчевска. Александра Седачева, Владимир Шелободов. События. Брянск.